Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 3. Среднее арифметическое двух чисел равно 72. Одно из чисел равно 95. Найди другое число. Так как среднее арифметическое двух чисел на числовом луче находится посередине между данными числами, то 72 отнять 95 минус 72 будет равно 72 минус 23. Получается, что второе число – это число 49. Выполним проверку. Сложим два числа – 95 и найденное число 49. Получится 144. 144 разделим на 2, мы получим 79. Это среднее арифметическое число. Значит, 49 и будет нашим вторым числом. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.